Очень устал. Собрал все эти ветки, там вот дерево, которое сломалось. Остался только ствол, половина ствола. Все ветки его перетащил к бакам. В охапку просто брал, там потом уже мелкие. Там их столько. Очень дофига работы появилось. Перспектив-то никаких нету. Я просто устаю на работе, а мама говорит: ты мало работаешь, мало денег зарабатываешь там. И говорит: в Москву езжай, и жену себе найди. Видимо, это как-то связано с тем, что наше предприятие, где она работает, городообразующее, закрывать собираются или что-то такое, или сокращать. Там уже сокращали. Я не очень разбираюсь. Но какие-то не очень процессы там, по слухам. Блин, тут так дофига. Руки дрожат аж. Еще и завтра. Это мне, я и завтра не успею. Это я не знаю, сколько мне все это делать. Вот это самое такое неприятное, что когда вот эти ветки, которые в глаза лезут, одежду рвут, тычут везде, как ежи такие, знаешь, их собирать в мешки, даже во что угодно их собирать неудобно так вообще. И их так дофига. И мешок, они не лезут в мешок, потому что цепляются там, рвут его. Ну, как ежи вот, как такие. И тяжелые. И дофига их очень много. А насчет пьянства, я еще раз повторяю, там серьезная трагедия произошла. Погиб очень молодой, очень талантливый, хороший парень, которого я знал в Москве. Очень перспективный, самый лучший, один из лучших. Это вот это по-настоящему ужасное зрелище, ужасное событие, ужасная трагедия. Я не знаю, сколько мне еще тут нужно копать этой граблей и собирать, чтобы начальник не позвонил, не сказал: приходи снова, работай, потому что не знаю. Здесь очень дофига работы. Тут, короче, такси приехало,
люди собирались, и какая-то женщина, ну, высокая такая, статная, просто идет и бросает сигарету просто посреди тротуара. Не знаю, короче. Ну, наверное, потому что нету рядом этих мусорных баков, не увидела. Но я как-то подумал про себя, вот, если честно, осудил немного в душе, в голове, точнее, своей, подумал, что-то немного как это по-свинячьи это. Но с другой стороны, можно, ее можно понять, потому что нужно было в такси садиться, а куда бросать сигарету? Как не на асфальт, на тротуар просто. Да просто эти баки воруют. Может, их было бы больше. Их вообще надо сделать у каждого подъезда. Их везде надо сделать. Ну, видишь, что-то не хотят сделать. Или еще потому, что, может быть, еще то, что их воруют. Ну, можно сделать так, чтобы их не могли своровать. Вот так приварить их. Сделать так, чтобы нормально было. Можно же придумать. Потому что так бы облегчилась работа дворника. Так, короче, мешки тут хрен соберешь. Я буду руками в охапку собирать и тащить, а потом подметать. А оставшиеся в мешки... То, что останется. Потому что я говорю, они как гигантские ежи. Вот мешок его кидаешь, пытаешься сложить там. Он рвет мешок, цепляется там вообще.